Роспись по дереву, художественная вышивка, керамика и многое другое. Эти работы сделаны руками воспитанников детской школы искусств номер 2 ремесленно-художественного отделения и представлены в молодежном библиотечно-информационном центре на выставке «Живая нить традиций». Приурочили экспозицию к 30-летию детской школы искусств номер 2. Дело в том, что у нас два здания. Здание на Силкина, там у нас есть очень большой красивый зал. На Московской для нового района у нас нет возможности показать работы наших детей. Поэтому вот возникла такая идея, как бы показать работы именно для ребят, для жителей нового района, чем занимается Московская 36. Сами участники выставки признаются, что каждая работа выполнена с любовью и несет в себе частичку добра и света. Также воспитанники ДШИ номер 2 старались создать каждый проект уникальным. Говорят, что это было непросто. Да, примерно это тяжело, там были у меня ошибки, но я все же с этим справилась. Также я это делала примерно полгода. Было очень интересно, увлекательно, мне очень нравилось это делать. И я там бывало ошибалась, но все исправляла и получилось очень красиво. Посмотреть выставку «Живая нить традиций» в библиотечно-информационном центре может любой желающий до конца декабря. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.